Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. На должников по налогам будут чаще заводить уголовные дела. Это должно способствовать более быстрому возмещению ущерба. Об этом в интервью «Бизнес-новостям» в Кирове заявил руководитель Кировского следственного управления Айрат Ахмедшин. По его словам, если сумма подпадает под статьи 198 и 199 Уголовного кодекса России, это уклонение от уплаты налогов, следователи сразу заводят уголовные дела и назначают экспертизы и проводят другие следственные действия. Когда дело уже заведено, они ведутся. Доследственная проверка. Правонарушитель охотнее и быстрее возмещает причиненный ущерб, отмечает главный кировский следователь. Если в его действиях есть состав преступления, он будет наказан. Но если полностью возместит ущерб, следственные органы обязаны будут прекратить уголовное дело. Программа «Экономика». Кирово-Чепецк готовится подать заявку в Фонд развития моногородов. Город рассчитывает получить деньги на реконструкцию дорог. Для этого нужно подтвердить, что на его территории реализуются инвестпроекты и появляются новые рабочие места. В качестве предприятий, реализующих такие проекты, называются Волговятское строительное управление, Чепецкий тепличный комбинат, СКБМТ и логистический парк. На деньги, выделенные из Фонда развития моногородов, планируется реконструкция больших участков автомобильных дорог. От поста ГИБДД до улицы Ленина, от Ленина до железнодорожного переезда Баева и участок дороги вдоль ЗМУ до моста через Елховку нефтебазы. Экономика на 101 FM. Далее информация на правах рекламы. Как быстро оценить качество бухгалтерского учета в организации, убедиться, что он ведется безошибочно и оптимально, если не хватает опыта в этой сфере. Силы и время руководителю поможет сэкономить диагностика учета, рассказывает руководитель отдела проектов компании «Бухгалтер» и я, Ольга Максимчук. Он дает возможность получить независимую оценку состояния дел в бухгалтерском налоговом учете, позволяет установить, нет ли переплат или недоплат по налогам, какие проводимые операции повлекут за собой возможные проблемы и, естественно, повлекут риски, которые в дальнейшем могут неблагоприятно отразиться на ваших бизнес-процессах. В срок проводится от 7 до 14 дней в зависимости от объема компании, вида деятельности и за какие сроки компания хочет проверить свою бухгалтерию. Провести диагностику учета в организации можно за 1-2 недели, независимо от видов деятельности и налогообложения. Если вы хотите оказаться в руках профессионалов, звоните 24 70 79. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 57.34, курс евро 67.46. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.